Сейчас я в ярости. Самое время ее утолить. Ну, пошла. Гнездо драконидов. Надо его уничтожить. Пошла! Шевелись, плаха. Цыганка, зариканка, по тропинке в лес ушла. Цып-цып, гули-гули. Ну иди! Сейчас все кончится. Цып-цып, гули-гули. Иди сюда, сука, ну иди. У него чары! Сейчас все кончится! Oh!
Цып-цып, голи-голи. Повешу твою башку у седла. Сейчас все кончится. Кран закрой, братья! Сейчас все кончится. У него чары! Цыганка, зариканка. Не стой! Записки Фетта де Амино. 15-е блато. Наш запас муравьиной кислоты уменьшается день ото дня. Правда, магистр Ульрих выслал братьев на большую дорогу, но весьма трудно себе представить, чтобы в ближайшее время у них под носом проехал караван алхимиков с бочками, полными кислоты. Эрго, мы должны попробовать получить ее собственноручно, иначе речи быть не может о дальнейшем производстве Фиштеха. 23-е блато. Из моих наблюдений следует, что мы сможем получить недостающий ингредиент весьма простым образом. Я должен лишь уговорить братьев вытерпеть несколько пчелиных укусов. 25-е блато. Получение муравьиной кислоты из пчелиного яда необычайно утомительно и проходит слишком медленно, чтобы удовлетворить наши потребности. Быть может, мы должны изменить способ. Нацарапано на полях. А может, просто обычная уртика диоика? В закрытом котле над огнем отвар дозировано по капле переливается в деревянные сосуды, один из которых должен содержать кислотную фракцию. Там будет муравьиная кислота. 26-е блато. Братья уже здорово раздражены. Мало того, что их покусали пчелы, так еще они должны будут собирать крапиву. Чертеж? Похоже на эфирские отметки. Стоит поискать того, кто сможет их прочесть.
чертеж сапог, не переведен. Чертеж с подписями на неизвестном языке, необходим перевод. На рисунках изображены различные этапы изготовления сапог. Скомканное письмо. Тюр, Ульрих сказал переслать тебе один из этих краденных чертежей. Он до смерти хочет их расшифровать как можно скорее. Понятия не имею, что у него за шило в заднице, но зная его, ясно как божий день, что все завязано на деньгах. Так что если ты умудришься что-нибудь разобрать, напиши сначала мне, и мы вместе придумаем, как быть дальше. Этот блудоумный олух только и делает, что сидит на жопе, а встает только, чтобы покатить бучу на нас. Самое время его проучить. Роб. Ну что ж, как угодно. Thank you.
Дневник графа Рамилы. Часть вторая. Последние страницы вырваны из дневника графа Рамилы. Да будет проклята Анастасия фон Бурман. Да будет проклят весь их род. Наконец-то я нашел разгадку этой смертельной шарады. Ключ к ней обнаружился в одной из покрытых пылью книг в замковой библиотеке. Фрагмент неразборчив. Эта маленькая змея была помечена лешим. Вот почему это чудовище напало на мой замок. Есть только один выход из этой ситуации. Задушил ее во сне. Она даже не пискнула. Теперь я, наконец, могу покинуть стены замка, слава богам. Чудовище ушло в небытие вместе со своим проклятым отродьем. Все это предприятие было кошмарной ошибкой. Хорошо, что сбережения от прежних предприятий сохранились в замковой сокровищнице. Мне нужно нанять какого-нибудь мага, чтобы избежать таких случаев в будущем.
письмо с требованием выкупа. Его милости Рафаэлю фон Бурману, владетелю замка Зюцер. Мы спешим успокоить вашу милость тем, что дочка ваша в добром здравии. Она будет пребывать в нем до тех пор, покуда ее отец будет поступать согласно нашим указаниям. Вот они. Через 6 дней, ровно в полночь, явитесь лично к старой проклятой часовне около Броновиц, дабы передать выкуп в размере 1000 новиградских необрезанных крон. Извольте прибыть в одиночестве, без всякой охраны, и не трудитесь никого уведомлять о нашей встрече. Полагаем излишне добавлять, что отступление от наших инструкций повлечет прямо пропорциональный ущерб здоровью юной и прекрасной госпожи Бурман. С дворянским приветом, доброжелатель. Дневник графа Рамиллы, часть 1. Записи ведутся хронологически, не хватает нескольких последних страниц, они вырваны. Ремесло приносит мне определенно больше доходов, чем я рассчитывал. Из последних 7 похищений целых 5 закончились полным успехом. Отцы 2 мальчиков оказались слишком скупы, чтобы выкупить своих сыновей. Видно, у них больше потомков, и сделка была им невыгодна. Замечание на будущее. Нужно требовать гораздо меньшего выкупа от клиентов, у которых есть более чем 1 потомок мужского пола. Я послал ребят за Анастасией фон Бурман. Владетель замка Зюцер весьма богатый господин, а Анастасия его единственная дочь, так что обещается выгодная сделка. Ребята вернулись с дочкой клиента уже в ту же ночь. Девочка спокойна, даже апатична. Что-то странное происходит вокруг замка. Тучи воронов расселись на деревьях, окружающих внутренний двор. Сегодня утром их прилетело еще больше. Пропали 2 девки из прислуги. Может, мои ребята с ума посходили? А может, это вороны их заклевали? В этом месте огромная клякса на половину страницы. Погиб один из моих людей. По сведениям остальных слуг, его убили корни, которые выросли прямо из земли. Мои ребята потрясены. Вокруг замка день и ночь воют волки. Выйти за стены – это верная смерть. Мы забаррикадировались, словно в осаде. К счастью, запасов еды и воды у нас в достатке. Может, это какое-то проклятие? Франц, слуга, который командовал отрядом, похитившим Анастасию, повесился. Это наверняка черная магия. Я должен поискать какие-нибудь подсказки в замковой библиотеке. Тайная жизнь графа Рамиллы. Несмотря на многочисленные предупреждения, Геральт осмелился отправиться в трупную чащу, где он нашел руины замка Арнскрон. После суровой схватки с древним лешим он обнаружил останки Вольтера Рамиллы, а вместе с ними дневник эксцентричного графа. Часть графского дневника описывает, как подло тот поступил по отношению к Анастасии фон Бурман, которую, по его мнению, пометил леший. Также там говорится о сокровищах в подземелье замка. Глубоко в подземельях замка Геральт обнаружил ужасный секрет графа Рамиллы и источник его благосостояния. Сокровища тоже нашлись в мрачных руинах, и ведьмак присвоил их.
Следы крови, старой, им уже несколько месяцев. Я, глянь-ка, у нас гость. Что ж вы тут забыли, милздарь? Заблудились, али как? Можно и так сказать. О, сударь, лучше большака держаться. Места здесь дикие. Дикие и опасные. Что это за место? Деревня. Не видите, что ли? Я вижу брошенные хаты. А, только мы тут и остались. Молодые все в город подались. А старики померли. Правду я говорю, я. Ага, правду. В хате неподалеку пятна крови. Не знаете откуда? Как не знать? Яб там дичь разделывает. В чужой хате? Так ведь там уж никто не живет. А под крышей-то веселей работать. Дождик не каплет, солнышко не печет. А чего вы там вообще потеряли-то? Оставили б вы лучше пожилых людей в покое. Счастливо оставаться. Ну что ж, как угодно.
Не торопись. Вепрь. Вепрь проворен, вепрь свиреп, крепкий у него череп. Если встретишь в дебрях вепря, прочь беги, быстрее ветра. Яан из Бжехова, поэт. Чудище лесно, зло и дико. До сего дня в некоторых деревушках на окраинах Каэдвена бытует убеждение, что его любимое блюдо – это девица. Однако истина заключается в том, что обычно вепрь довольствуется овощами, а нередко одной только морковкой. Зверь, учитывая крепкое строение тела и острые клыки, обладает большим батально-диверсионным потенциалом. Мать природа наделила его комплектом из двух пар клыков – верхние секачи и нижние сабли, которыми вепрь сеет страх среди людей и прочих обитателей леса. У вепря также есть твердое рыло или свисток, однако свистеть им он не может. Народные предания указывают, что все вепри питают из-за этого к матери природе большие претензии и, выражая оные, валят заборы и пожирают картошку. Легче всего распознать вепря по характерному хрюканью, звучащему как «Чего?». Обычно вепри встречаются небольшими стадами, по 3-5 особей. Сейчас все кончится. Цып-цып, гули-гули. Кровь за кровь, братья! А цыганка за реканка по тропинке в лес ушла. Oh!
Сейчас все кончится. У него чары. Цып-цып, голи-голи. Как бы, блядь, не научиться. Нехорошо. Кровь за кровь, братья! Сейчас все кончится. Цып-цып, голи-голи. У него чары. Иди сюда, сука! Ну иди! Приказы М. Ульриха. Антонио Пфайлю. Эльфские руины очистить от всех ценных артефактов. По выполнении задания развести огонь и сжечь руины дотла. Что касается обнаруженных эльфских манускриптов, со следующей сменой патрулей передайте найденный чертеж. Расшифровкой займется наш оружейник. М. Элегантное письмо в собственные руки благочестивому рыцарю Антонию Пфайю. Я необычайно рад нашему нетипичному сотрудничеству. Надеюсь, вы в добром здравии. Пересланные недавно эльфские скульптуры я занес в каталог и немедленно продал. Согласно договору, присылаю расчеты последних транзакций. Скульптура Глан Лоренцо. Похищение Элирины. Айлирин. Купец Курт Дисар. 300 крон новиградских, минус 35% комиссионных. Скульптура Ватичелли, Фебус и Дафна. Купец Курт Дисар, 430 крон новиградских, минус 35% комиссионных. Скульптура Глан Лоренцо, Экстаз кровавой гуалки. Купец Рудольф де Йонхейер, 550 крон новиградских, минус 35% комиссионных. К сожалению, мне не удалось завершить продажу пяты авторства Микель Ангелаха фирме Брандон и Ко. Компания старалась отсрочить транзакцию в силу якобы временных финансовых проблем. По городу ходят слухи, что главного учредителя компании среди бела дня обокрал какой-то сик, белоголовый ведьмак. Но по очевидным причинам я не согласился пролонгировать сделку. Посланец с вознаграждением появится в условленном месте. С нетерпением ожидаю новой поставки. Яромир Е. Карстейрс.
как ты ошибся, выродок! Быстрее, вашу мать! Восстаньте, братья, и растопчите змея! Быстрее, вашу мать! Помогите! Ошибся, выродок. Запомните меня, братья! Выпустим тебе кишки, ублюдок! Сейчас сдохнешь! Сдохнешь! Быстрее, вашу мать! Как умирать будешь? Чары! Сейчас сдохнешь! Сдохнешь! Быстрее, вашу мать! Запомните меня, братья! Как умирать будешь? Смерть! Чары! Как умирать будешь? Быстрее! Заклятие! Заклятие! Как умирать будешь? Чары! Я жив! Я умер! Я воскрес! Быстрее, вашу мать! Oh!
Как умирать будешь? Чары! Помогите! Умирать будешь! Сейчас сдохнешь! Сдохнешь!
Интересно. И еще один чертеж на Афирском. Мне нужен кто-то, кто знает этот язык. Приказы для Эрнста Гольца. Командиру разведчиков Эрнсту Гольцу. Эрнст, обходите стороной трупную чащу. В этом лесу кишмя кишат волки-переростки, а из земли выходит какой-то смердящий газ. Кроме того, не далее как неделю назад я послал туда отряд наших людей. Я сказал им, что они должны провести разведку, но это неправда. Разведка уже давно проведена, и я знаю, что эта чаща – смертельная ловушка. Поэтому я собрал самых тупых дуболомов, содержание которых стоит денег, а пользы не приносит никакой, и послал их на верную смерть. Ты спросишь, виноват ли дурак в том, что он дурак? Так вот, эти кретины могут представлять для нас угрозу в случае битвы. Во время последней стычки с палачами Родовида двое таких идиотов даже не распознали гербов на щитах и бросились на наших людей. В общем, я даже сомневаюсь, что эти дуболомы вообще добрались до этого леса. М. Письмо с заказами. Лой, ты получил чертеж от Роба? Получается что-нибудь? Как только переведешь хоть слово, пиши сразу мне, потому что этот мудин Роб постарается всех обхитрить. Это золотая жила, приятель, нам просто нужно докопаться, что же написано на этих бумажках. И нам еще придется разгонять покупателей с ссаной тряпкой. Так что оставь на время набеги и грабеж, просто сиди в лагере и напрягай мозги, пока что-то не придумается. Ульрих. Чертеж перчаток. Не переведен. Чертеж с подписями на неизвестном языке. Необходим перевод. На рисунках изображены различные этапы изготовления перчаток. Давай, Ботва! Как кузнецов... Повешу твою башку у седла. Ведьмака пытать, то так курат случился у околицы.
но он отнекивался, то все. Чик-чик, башку переотрубили. Делаю себе прощу. Было такое. Поймаю медведя. Только мальчонку утопец сожрал. Не смотри на меня так. Пошла!
Незнакомец, не найдется ли минутка для беседы? Из Эфира путь не близкий. О, долгий и полный опасностей. Но, как говорят у меня на родине, риск — это честь. Я это запомню, хотя не могу согласиться. Пойти на риск способны многие, а вот с честью у людей проблемы. Ибо важно, с какой целью ты идешь на риск. Я прибыл сюда встречать неизведанное и добывать славу для себя и для моего владыки. Нужно познавать мир, открывать новые земли, добывать знания и делиться ими. Ах, есть ли в жизни более прекрасное переживание, чем восторг от нового и удивление неустанному труду сотворения мира? Значит, это лагерь первооткрывателя и философа? Разумеется. Я хочу изучать ваши обычаи, обмениваться знаниями, торговать с вами. Пожалуйста, расскажи мне о своей родине. Конечно, если у тебя есть время. Если у тебя оно есть, о своей родине я могу говорить часами, пока ты в силах слушать. Земля, которую вы зовете Афиром, на самом деле дом для многих стран и народов. Афир — это бескрайние степи, неприступные горы, чистейшие озера и непролазные чащи. Это павшие империи, царства в зените славы и племена, не знающие царей, но хранящие сказания о временах, когда мир был молод. А из каких мест родом ты сам? Я из города, чьи чудеса затмили бы золотые башни Нильфгаарда. Это отчизна философов, врачей, математиков и чародеев. О них лучше расспросить моего друга, ведь он сам мастер рун. Я его расспрошу. Могу я посмотреть, какие товары вы привезли из Эфира? До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь здоров. Рад тебя снова видеть. Могу я До свидания. До Рад. У тебя хороший жеребец. О да, Бальбека — мой верный друг. Он мудрее многих людей. Мы выиграли множество скачек. Так ты не только исследователь, но и наездник? В наших краях даже маленькие дети ездят верхом. А конные скачки — любимое развлечение. Я наслышан о резвых афирских жеребцах. Не хочешь ли устроить состязание? Наши кони стремительны, как западный ветер, и я с радостью это докажу. Будем состязаться. Вперед! Укажи, на что ты способен! Быстрее!
Не щади скакуна! Покажи, что умеешь. Не щади скакуна! Люди! Ворона, откройте! Какая работа? Эфирские жеребцы быстры, как ветер, но мой конь ни в чем им не уступит. Поздравляю. Прошу, прими это седло в награду и на память о нашей гонке. С ним ты сможешь скакать еще быстрее. Благодарю. Как тебе новая одежка, плотва? Ха! То, как ты относишься к своему коню, многое о тебе говорит. Один из наших мифов рассказывает, как небо и степь полюбили друг друга, и от их любви родилась кобыла. А, люди тогда были слабы и страдали от разных бед. Кобыла кормила их своим молоком, и люди стали сильны, а затем позволила оседлать себя. Так люди стали воинами. Предания учат нас уважать коней, благороднейших из животных. Красивая легенда. Спасибо за нее и за состязание. Я нашел чертеж, наверное, афирский, так что я не могу его расшифровать. Ты поможешь мне? Я узнаю эти пометки. Когда мы прибыли сюда, у нас случились неприятности с туземцами. Проще говоря, на нас напали. По этим чертежам можно создать великолепное снаряжение, достойное короля. Они стали бы подарком для местного владыки, но если ты поможешь мне их найти, я сделаю для тебя копию, понятную вашим мастерам. Это честная сделка для нас обоих. Я помогу тебе найти твои чертежи. Эти разбойники были похожи на рыцарей, что особенно скверно. Ну и где на вас напали? На перекрестке дорог рядом с лесопилкой. Кажется, к северу от того места были руины особняка. Посмотрю, что удастся сделать. Могу я пост... До свидания. Да славится вечное дело сотвори... Скачки. Быстрые, как западный ветер. К северо-востоку от Новиграда ведьмак наткнулся на небольшой лагерь эфирских путешественников. Геральт стал беседовать с находившимся там купцом, и разговор зашел о конях. Слово за слово, и они решили устроить скачки. Соперники решили выяснить, чей конь быстрее. Перед плотвой была трудная задача. Испытание на скорость закончилось победой плотвы, с небольшим участием Геральта. Проигрыш не огорчил эфирского купца, напротив, он наградил коня и наездника великолепным седлом.
такой дождь пошел, как мировые сеи. Вечный огонь! Чтоб тебя худой бык топтал! Здесь стоит осмотреться. Кровавая была драка. У людей из каравана не было ни единого шанса. Следы уходят на север. След исчез. Надо осмотреться, может быть, смогу снова его отыскать. Кого-то ранили. Этот кто-то истекал кровью. Ну, посмотрим. Судя по кровавым следам, у них был заложник. Когда им надоело его тащить, они бросили его умирать. Потерял след. Надо поискать что-нибудь еще. Нашел. Сюда.
След обрывается. Ха. Люк, присыпанный землей. Секретный проход. Раз с ведьмаком дрался. Еще можно сдаться. Письмо с заказами. Роб, я дал тебе целый месяц. И что? И ничего. Никакого движения. Перевода как не было, так и нет. Довольно. Хватит груши околачивать. Поступи вот как. Возьми себе один чертеж и смотри на него, пока что-нибудь не увидишь. А остальные пошли в другие лагеря. Может, найдется кто-нибудь не такой дремучий, кто сможет перевести эти херовые писюльки во что-то полезное. Алхимики, у которых лагерь рядом с пасекой, большую часть своих жизней провели, сгорбившись над книгами. Пошли один чертеж туда. Второй пошли той банде, что поселилась в руинах у озера. Один из тамошних ребят вроде как возведен в сан преподобного. Знает всякие странные языки. И по поводу нашей перевалочной базы в болотах у заброшенной деревни. Там был паренек, бывший помощник библиотекаря. Ему пошли третий чертеж. Ульрих. Постскриптум. Чтобы вдохновиться, попробуй перевести это. Robby can me abiet I parse. Чертеж доспеха. Не переведен. Чертеж с подписями на неизвестном языке. Необходим перевод. На рисунках изображены различные этапы изготовления доспеха.
же ты... Гнездо драконидов. Надо его уничтожить. Получается, что у тебя в поле всегда работа быстрее идет. Ты людям тройные ставки платишь. Или как? Я их хорошо кормлю. Это хлеб, а не столичный город. Видел я, что твои повара им выдают. Разваренная каша, без жира даже. Зато с другой приправой. Я велю каждому в еду добавлять щепотку фисштыха. Мужички бегают потом, как муравьишки. Бани находятся в Серебряном городе. Советую посетить. Прачечная. Там стирают одежду. Ты был в Изиме? Говорят, что это хлев, а не столичный. Эй! Наши вам! Я и поверила.
нашел бы работу хоть какую. Идите все к дьяволу! Эх, сейчас бы кружечку выкушать. Не торопись. Лучше всего взорвать его танцующей звездой или картечью. Thank you.
скотина!
Письмо с дворянской печатью. Камилю, сыну косы. Это письмо — последнее предостережение. Я не затем назначил тебя ловчим, чтобы ты за девками гонялся. Кабаны растолстели, серны пожирают посевы, а волки бегают уже прямо у стен нашей резиденции, и ничто их не беспокоит. Возьми, наконец, за работу, а то окончишь карьеру быстрее, чем ее начал. Тадеус Гарин. Но! Oh!
ним! Сегодня плохой день.
Рапорт разведки орденских братьев. День первый. Двое голодранцев из ближних деревень гнали корову. Мы бы поели говядинки, но мужиков трогать рука не поднялась. Они нищие и смердят хлебом. Мы их отпустили. Ввоз зерном на маршруте Броновицы Оксенфурт. Не стоит. День второй. Скучно. На большой дороге пусто. День третий. Вдалеке был виден военный конвой. Сильная охрана. На телегах были бочки. Наверное, вино или сельдь. Если бы перевозили оружие, можно было бы попробовать. Вечером ребята скучали, так что поиграли с двумя девками, которые пришли в лес по грибы. После забавы я велел их отпустить. А ну как они вернутся с мужиками из деревни? Будет хоть немного развлечения. Но! Thank you.
Сейчас все кончится. Цып-цып, гули-гули. У него чары. Еще можно сдаться. Иди сюда, Супер, пойди. Цып-цып, гули-гули. Сейчас все кончится. Сейчас все кончится. Цып-цып, гули-гули. Раз с ведьмаком дрался. У него чары. Ты смердишь, безбожник. Цып-цып, гули-гули. Как вы, блядь, не научитесь? Приказы. Перун, я тебя предупреждаю. Еще раз вынюхаете столько фиштеха, и ты отправишься в трупную чащу, как братва этого дуболома Петера. Вы должны этот фиштых продавать, а не выжирать чертям собачьим. Покупатели будут сегодня. М. Чертеж штанов не переведен. Чертеж с подписями на неизвестном языке. Необходим перевод. На рисунках изображены различные этапы изготовления штанов. Дневник Перуна. В дневнике несколько стихов и абстрактных рисунков.
Большинство из них – непонятная мазня. Я был отправлен на перевалочный пункт. Опять. Я люблю это занятие больше прочих, потому что делать здесь совсем нечего. Целыми днями нужно ждать клиентов. А известно, что если тебе скучно, а под носом хороший товар, то можно и самому что-нибудь попробовать. Кроме того, иногда найдется кто-то, кому не нравится наше занятие, или кто попробует нас обмануть. Тогда мы относимся к этим господам так, как они заслужили. Что-то наскучило мне эта писанина, так что я пока немного принюхаюсь. А потом буду писать стихи. На полях. Посмотри, как меняется мир, где лишь пара минут — это смысл бытия. Посчитай, сколько времени в вихре песчинок просыпалось до конца. И почувствуй у жизни бодрящий вкус огурца. Это серотонин разбивает твои сомнения. Постепенно и плавно приходит удовлетворение. Эйфория берет во владение твой организм. Неудача свой мусор не вывалит в новую жизнь. Придержи. Ну что ж, как угодно.
Потанцуем? Сдаться. Oh!
Мощный огонь! О! Вечный огонь! О! Хорошо. Дневник Петера. Уже третий день стоим лагерем в трупной чаще. Это очень ответственное задание, так нам сказал наш командир. В трупную чащу могут идти только самые лучшие. Вот его слова. Я очень горд. Странное дело, деревьев здесь как-то мало и никаких трупов нет. Возможно, у магистра были неверные сведения и лес вырубили окрестные крестьяне. Томас говорит, что это от того, что мы пошли не в ту сторону. Но сам он не умеет ни читать, ни писать, так что нечего ему верить. Я лично собираюсь ненадолго в разведку сегодня после обеда. Хочу составить карту этих территорий, поскольку предводитель не дал нам таковой. Когда я вернусь в главный штаб, то все как следует опишу. Петр из Неслухова. Thank you.
Дневник пасторских визитов Ора Дамира. Дневник окровавлен и порван. Последнюю страницу почти невозможно прочесть. С очередным визитом пошел я в деревню Бронвицы, что около озерка лежит. И что же я там застал? Закоренелых безбожников, кому до дома вечного огня и дела нет. Спрашиваю, что же у вас часовня досками забита? Отчего кладбище бурьяном поросло? А они мне на это, что это духи, и что проклятие пало на освященную землю. Говорят, что старая старостиха от богатства с ума сошла, и ей... Фрагмент неразборчив. Со времен этой трагедии часовня проклята, и никто туда заходить не отваживается. Посему ничего мне не осталось другого, как доказать этим дубинам Стаиросовым, что не чепуху городят. Забрал я у них ключ от склепа и пойду сам, с факелом вечного огня в руке. Проверю, что там странного деется. Замать ее. Оксенфуртская курия Церкви Вечного Огня выдает индульгенции от обязанности посещения богослужений в Часовне Вечного Огня жителям деревень Броновицы, Эрде, а также Хедден. По невыясненным причинам в оных деревнях святое место захватили злые силы, которые не чтят величие церкви и бесчестят освященную землю. До прибытия ученого-экзорциста жителям вышеназванных деревень не рекомендуется посещать деревенские кладбища и часовни. Отец Вильхельмиус Охан, канцелярия Оксенфуртской курии. Thank you.
твою башку у седла. Прощальное письмо Чехослава. У меня уже ничего не осталось. Ничего. Но для того, чтобы вы знали, какое проклятие поразило семью, я все запишу в этом письме. Сейчас я это едва помню, но когда-то мы были счастливы. Я и моя прекрасная Эрнеста. Год спустя после нашей шумной свадьбы родилась на свет Людмила. Люди говорили, что красавица, вся в мать. Не нравилась эта Эрнесте, да тогда я не обращал внимания. Вскоре родилась Мильда и Эгли, прекрасные, как ангелочки. Никогда не забуду вечера, когда Эрнеста сидела перед зеркалом и расчесывала свои длинные каштановые волосы. Девочки плакали, я ей сказал, что они, наверное, голодны. Жена на меня фыркнула в первый раз в жизни. Сказала, что раз дочки отнимают у нее красоту и молодость, то пусть этим и нажрутся. Я тогда еще не понимал, что безумие поселилось в голове моей возлюбленной жены. А каждое восхищение красотой ее дочерей только его подкармливает. Все три девочки росли быстро и были здоровыми. Время, однако, к молодым бывает ласково, а к старшим милосердия не знает. Не пощадило оно Эрнесту. Кожа у нее стала терять упругость и прежний блеск. Как-то ночью разбудил меня свет полной луны, которая светила беспокойным блеском. В хате никого не было. Выбежал я из дому и отправился по следу босых ног, который вел на кладбище у часовни. Душа у меня в пятки ушла. Нашел я всех трех около фонтана.
Если б не был сам их отцом, то не узнал бы. Лица изрезаны и изуродованы. Рядом валялись куски кожи, уши. А когда я стоял там, на этом месте убийства, то почуял, что кто-то за мной наблюдает. Не ошибся я. Эрнеста стояла на лавке у самого дерева, а на шее у нее была веревка, словно какой-то дьявольский ошейник. Забрали они у меня все, что было лучшего. Так сказала и с лавки прыгнула. Умерла моя Эрнеста. Умерли мои три дочки. Теперь я к ним пойду. Собрал я все, что у меня было, принесу в жертву богам. Может, простят грех и мне, и моей любимой Эрнесте. Прощайте, Чехослав. Верование на скеллиге, друиды. Кроме местного пантеона, на скеллиге почитают также и друидов. Культ Фрейи и круг друидов столетиями существуют бок о бок и относятся друг к другу с великим почтением. Связующей нитью между двумя этими верованиями является то, что оба почитают божество земли, плодородия, любви и рождения. По убеждению друидов, люди – часть природы и должны относиться к миру, их окружающему, с глубочайшим уважением. Они верят, что если уж природа наделила жизнью, своим величайшим даром, людей и других гуманоидов, те должны пребывать с ней в гармонии, согласуя свои желания с ее. Друиды – это мудрецы и священники скеллиги. К ним с почтением относится каждый островитянин. Они выступают в качестве духовных наставников, травников и алхимиков. Жители скеллиги обращаются к ним за советом в трудную минуту, призывают их, если надо вылечить больного или разрешить спор. Как у их континентальных собратьев, у друидов скеллиги есть круг – уединенное место посреди священной рощи, где они могут собраться вместе или же медитировать и изучать священные книги. Многие друиды весьма сведущи в магии. Проклятая часовня. Беды случаются и с самыми богобоязненными людьми. Это понимание пришло к Геральту, когда он наткнулся на труп священника. При последнем был дневник, и после минуты молчания в память о погибшем, Геральт сунул записки в свою сумку. Из дневника он узнал, что у местных жителей была небольшая проблема в виде заколдованного кладбища. Ведомый чувством долга, Геральт решил посмотреть, что тревожило вечный сон мертвецов и угрожало жизни живых. Оказалось, что в склепе обосновался могущественный призрак проклятой матери. Она ревностно охраняла сокровища мертвых и атаковала всех непрошенных гостей. Однако на этот раз ей встретился достойный соперник. Рад тебя снова видеть! Мне удалось найти твои чертежи. Я знал, что ты мне поможешь. Ты возвращаешь мне веру в людей, ибо сейчас я вижу, что даже в столь варварском краю можно встретить истинное благородство. Пустяки не стоят благодарности. Как мы и договорились, я сделаю для тебя копии чертежей, но это займет целый день. Возвратись ко мне завтра, и ты получишь свою награду. В таком случае, до завтра. Рад тебя снова видеть! Копии чертежей. Уже готовы? Готовы. Прошу тебя, прими их вместе с моей благодарностью. Благодарю. Доброго тебе здоровья.
из далекого Афира. Скитаясь у границ Редании, Геральт наткнулся на интересные чертежи, написанные на чужом языке. Геральт посчитал, что это афирский, но в языках он не разбирался и уверен не был. Чтобы развеять свои сомнения, он решил поискать афирцев, ибо железная логика подсказывала нашему герою, что там, где есть афирские надписи, должны быть и афирцы. Кто бы мог подумать, что где-то на Реданском пограничье Геральт наткнется на афирский лагерь. Однако жизнь полна неожиданностей. Путешественники из далекой заокеанской страны избрали это место, чтобы разбить свои шатры. Они прибыли в Реданию добывать новые знания и принесли с собой дары. Но поскольку жизнь полна неожиданностей, они были ограблены местными жителями. Когда Геральт об этом услышал, его взволновала судьба иноземных путешественников, и ведьмак решил отыскать их имущество. Злые языки сказали бы, что ведьмаку нужны были чертежи ремесленников, которые ему обещали в награду. Но я человек не злой и вовсе так не думаю. После многих приключений ведьмак в конце концов нашел украденные чертежи и доставил их, как и было условлено, афирскому купцу. Купец вместе со своей благодарностью передал Геральту и копии чертежей, переведенные на язык, понятный местным ремесленникам. Могу я пос... До свидания. Да славится. Могу я... До свидания. Приветствую. Привет тебе, и да славится вечное дело сотворения мира. Ты только не обижайся, но прославлять в этом мире особо нечего. Нордлинги, вечно на все жалуетесь, ходите с кислыми минами. Человек поздоровался, а вы уже готовы в драку кидаться. Ну, в этот раз уже как будто я жалуюсь, а ты, видно, пришел по делу. К сожалению, я ничего не могу для тебя сделать. Я лишился всего имущества вместе с инструментами. Ты ремесленник или чародей? В вашем языке нет подходящего слова для моей профессии. Я ученый и художник. Немного ремесленник, а немного маг. Слышал ли ты о геомантии или о рунотворстве? Не слышал, но слово «рунотворство» говорит само за себя. Верно. Но я не только создаю магические руны и глифы, но и связываю их в могущественные слова силы. У моего искусства также есть магическое назначение. Правильно подобранными руническими камнями можно укрепить меч, а сложенное из них слово даст оружию большую силу. То есть я могу составить слово из глифов и укрепить им оружие. Иногда люди нанимают меня выручать их из беды. Мне уже случалось отыскивать потерянное добро. Мне ты ничем помочь не сможешь. Корабль, на котором я плыл, утонул в открытом море. А купить новые инструменты религия не позволяет? Их делали под заказ, по моим эскизам. Стоили целое состояние. А все деньги, что я вез с собой сейчас в темной бездне,
вместе с инструментами. Похоже, твое ремесло может быть для меня полезным. Кроме того, я решил не бросать тебя в беде. Я раздобуду для тебя деньги, а ты взамен изготовишь для меня руны и глифы. Ты уверен? Речь идет и правда о значительных суммах. Даже самые простые глифы требуют дорогих инструментов, не говоря уже о более сложных, а тем более глифах мастера. Не боись. Я чувствую, что для меня это будет хорошим вложением. Спасибо, будь здоров. Да славится вечное дело сотворения мира. У меня при себе есть деньги. Этого хватит? Ну, для начала. Дорогостоящее ремесло. Мало того, деньги — это еще не все. Мне также понадобится весомых размеров нефритовый камень. Я посмотрю, что удастся сделать. Зачарование. Стартовый капитал. Странствуя по землям к северо-востоку от Новиграда, ведьмак набрел на небольшой лагерь афирских путешественников. Один из чужеземцев оказался ученым мастером рун и заклинателем, способным создавать руны, глифы и магические слова из них. Геральт был рад воспользоваться услугами мастера рун, однако тот потерял свои инструменты и материалы. Ведьмак решил раздобыть для афирца деньги, необходимые ему, чтобы снова подняться на ноги. Весьма значительная сумма золотом для начала вполне подошла. Афирский заклинатель взялся за работу, и с тех пор ведьмак мог покупать у него самые простые руны и глифы, а также накладывать на мечи и доспехи простейшие слова. Идите. И дорогой. Кажется, небольшие залежи нефрита есть к северо-востоку от Новиграда. Попытаю удачу там. Но пошла. Oh!
повешу твою башку у седла. Эй! Почему у вас такие странные глаза? А мама говорила, что если я не буду есть обед, то превращусь в стрыгу.
Вечный огонь уповаю. Ведьмак, чтоб я сдох. Кашу наплевать не дашь, ангелоголовый. Все, мы сегодня не зубами. Вперед, плотва! Плотва, не так быстро! Thank you.
А мама говорила, что если я не буду есть обед... Нашел бы работу хоть какую. Король Вридан купил на коронацию коралловые серьги королеве Церо. И хер бы с ним совсем. О, дождь собирается. Объявление. Люди, по приказу его превосходительства сира Зигфрида де Леви повышается дань со всех деревень. Каждое хозяйство обязано отдать пятую часть собственности. В свою очередь, наш орден будет вас защищать от всяких отморозков, которые всегда охоче поживиться во время войны. Просто согласитесь на наши условия, и никто не пострадает. Кто-то осквернил пергамент неприличным рисунком и обидными комментариями по поводу рыцарей и их матерей. Лудильщик. Недорого. Приветствую, меня зовут Кристер Хеген, и я лудильщик. Я остановился здесь, в селе Морынь, на хате человека по имени Шехтер. Снимаю комнату. Заходите. Наилучшее качество по самой выгодной цене. Запомните, а лучше запишите. Морынь. Кристер Хеген. Лудильщик. Цены низкие. Дядька-почастник к вашим услугам. Захотелось грибочков? Или же желаете трав заварить? Мечтаете об отдыхе после тяжелого трудового дня? Заходите к дядьке-почастнику. У него заготовлены и белые, и всевозможные другие грибы, и сушеная крапива, и хмель, и трубки, и собачья петрушка, и колючник, и маковое молочко, и многое-многое другое. Покупайте, продавайте лесные богатства у дядьки-почастника. Осторожно, грабители! Если вы планируете переход по трупной чаще, что рядом с замком Армскрон, то лучше не планируйте. Накиньте версту и обойдите. То для вашего же блага, ибо никто ничего хорошего там не найдет. Вор, охальник! В наших краях шляется примерская сволочь. Называет себя ветераном войны, мол, потерял руку, просит помощи. Не далее, как 2 дня назад, приютил я его у себя под кровом. На следующий день я обнаружил, что он обожрал мою кладовку, пробрался в погреб и выпил все, что смог. Осталось полбочки, уж не знаю, куда в него влазит. А еще моя дочь призналась, что он ее облапал, причем обеими руками. Этот чертов хабал сказал, что его зовут Одвин. Но кто его знает, как оно на самом деле. Заказ. Пропавший ученик. Люди добрые, мой ученик Фолкерт бесследно пропал. Я ужасно волнуюсь. Если кто разыщет Фолкерта и приведет его назад, в благодарность я буду рад вручить тому приличную сумму новиградских крон. Если вы заинтересовались, приходите в мою хижину под Оксенфуртом. Если вы заблудитесь, спросите любого местного, где живет травник, и вам подскажут путь. Отто Бандер, травник. Броновицкая молитва. Желающие изгнать злых духов, приходите к верхней мельнице. Эрнест Грикко, странствующий медиум, проведет обряд упокоения души окаянной старостихи, которая не дает нам покою и провозгласила нашу часовню своей собственной. Если вы придете молиться вместе с Эрнестом Грикко, не забудьте принести свои свечи. У быстрого Вилли мне быстро налили. Лучший мед на этом свете. Любой человек, считающий себя истинным ценителем превосходных напитков, найдет что-то для себя у Билла, также известного как Быстрый Вильни. Лето вышло добрым, луга все в цвету, и меда много как никогда. Любите двойной или тройной? У Быстрого Вильни найдется все. Опасность! Не приближайтесь к деревне Хеддель. Беда! Гигантские пауки опутали сетью окрестности деревни Хеддель. Пауки размером с пол сарая, голодные как волки, и жрут не мух, а людей, что в целом неудивительно. Если это объявление попадется на глаза какому-нибудь убийце-чудовищ, пожалуйста, приходите. Награда не заставит себя ждать, если вы сможете освободить Хеддель от этой напасти. Остерегайтесь красных доспехов.
На наши некогда спокойные земли налетела чума и распространяется быстрее всяких вредителей. Рыцарям-отступника из Ордена Пылающей Розы приглянулась наша территория. Теперь здесь больше небезопасно. Так называемые рыцари – суть обычные головорезы. Крадут урожай и портят девок. Мы писали жалобы владетелю земель, но пока армия не разберется с королобыми псами, лучше избегать этих мест. Плотницкие работы. Гомес и братья. Быстро и надежно. Мебель по-новиградски, обеденные столы, кровати с балдахином, украшения альковов и кладовые. Все по привлекательным ценам. У нас заказывают из самого Оксенфурта. Отобедайте помпезно за столами от Гомеза. Хочешь, я тебя обниму, грязнуля? Прекрасный рыцарь! Хоть бы батлы свои седые. Один ветер в голове. Добро пожаловать. Спиной носит на вас глядячи. Список песен. Список песен, которые нужно обязательно сыграть, по просьбе жениха. «Белый медведь мое сердце выкрал», «Песенка о любимой, что не хотела танцевать», «Дорогуша, я покажу тебе миры», «Хоп-хей-ла-ла-лей», «Сердце мое больше не может», «Утопла моя Янка», «Ты меня не трожь, ты меня ерошь», «Голубоглазая, вернись», «Дай мне свою маленькую ручку», «Давно мне не смотрели в душу так, как ты», «Кочующий реданец». Брат у меня в Тимере остался. А! Нет там никакой женщина надежды. Тебе не нужна ли? Список приглашенных на свадьбу. Список гостей. Магрета и Андреа с Друве. Энрика и Степона с Норманте. Штайгин Таидаю с Циряки. Не умеют пить, особенно она. Рубена и Степа Нурдзяны. Теодосия фон Штайнхолц. Ворует серебряные ложки. Цигита с Югайло. Мейда и Арбилис Парисы. Руби и Вергилий Винсенос.
сейчас, бежите! Что происходит? Распорался я что-то. У моего старика один ветер в голове. Так он теперь вилы за спиной носит, на вас глядячи. Ну, все, все, все. Привет. Я насчет заказа. Наконец-то кто-то соизволил объявиться. Только и слышу, что кругом нужда. А как даю работу, охочих нет. Люди просто ленивы, вот что. Давай к делу, если можно. Разумеется. Простите мою болтовню. Это все нервы. Столько времени прошло, и никаких вестей. Эх. Я послал своего подмастерья Фолкерта в трупную чащу. Это лес неподалеку от имения Мартина Листа. У меня закончилось волокно конопли, а там этого растет до черта. И он не вернулся. Нет. Прошу вас, найдите его и приведите назад, живым и здоровым. Не могу ничего обещать, но я поищу его. У парня есть какие-то особые приметы? Не знаю. Даже не знаю. Он низушек, как и я, светловолосый. Этого хватит? Должно хватить. Всего доброго. Thank you.
Давай, плотва! Должна быть повозка Фолкерта. Вся в крови. Кровь. Ей уже несколько дней запеклась. След обрывается. Надо бы осмотреться, поспрашивать. Опять вы? Ну, говорите, в чем дело? Я ищу Фолкерта. Низушек со светлыми волосами. Не встречали такого? А. Был тут такой, был. Травки искал какие-то. Он был ранен? Я видел следы крови. И они ведут сюда. Да вы словно своими глазами видели. Волки на него напали, и он прибежал сюда схорониться. Я ему говорила: вернитесь вы в город, барин. Хватит уже с вас. А он уперся, что должен сперва цветочков своих нарвать. Снова в лес пошел, да уже не вернулся. А ночью такой вой был слышен, аж мурашки по спине. А где тело? Должны же были от него хоть башмаки остаться. Мы не искали, мы люди старые, где уж нам почаще плутать? Счастливо оставаться. Пахнет гниющим мясом. Низушек со светлыми волосами. Вот и Фолкерт. Вскрыт и выпотрошен. Причину смерти установить не удастся. Был я в вашей кладовке. Вы сели на мясную диету, да? Сударь, все не так, как вы думаете. Хорошо бы, а иначе вы оба будете висеть там на крючьях. Его волки загрызли, его и других. А мы только тела собираем, правда? Старые мы, нет уже сил, чтоб в поле работать. А есть что-то надо, смилуйтесь, сударь.
Люди говорят, что у ведьмаков нет чувств. Это неправда. Сейчас я в ярости. Самое время ее утолить. Ты, выродок седой! Люди. Сожрали трупоеды. Есть в этом какая-то справедливость. Привет. Я уже знаю, что стало с Фолкертом. Ну так говори же, я ж тут с ума схожу. Он был... да что юлить. Людоеды его сожрали. Людоеды? Под Новиградом? В Велине я бы еще понял, но тут... О, боги! Ты ведь убил их, правда? Скажи, что ты их перебил. Да. Он хотя бы отомщен. Вот твои деньги. А теперь, прошу, оставь меня одного. Я должен написать родителям Фолкерта.
без следа. Принято считать, что ведьмаки – убийцы чудовищ. Разумеется, это правда, но не вся, ибо ведьмаки нередко берутся за иные задания. Например, иногда они используют свои сверхчеловеческие способности, чтобы отыскать пропавших без вести людей. Именно такой заказ как-то раз разместил Отто Бамбер, травник, обитающий в окрестностях Оксенфурта. Из разговора с Отто следовало, что его ученик Фолкерт не вернулся из поездки за травами в трупную чащу. Хотя ведьмаку туда было вовсе не по пути, он посчитал, что должен помочь отчаявшемуся травнику. Мне кажется, что он делал это не только из-за предложенной награды. У Геральта, хотя людям, знающим его только по сплетням и балладам, тяжело в это поверить, просто было доброе сердце. Геральт обнаружил Фолкерта в кладовке, принадлежавшей двоим жившим неподалеку старичкам. Он был старательно освежован и выпотрошен. Селяне клялись, что они не убивали юного низушка, но ведьмак не счел это смягчающим обстоятельством и взялся за стальной меч. Теперь помедленней. Сожгли бы этот сарай, все бы лучше было. Что останется, когда они сарай разнесут? Лучше и не думать. Что тут делается? Не ваше дело. Кажется, вам нужна помощь. Ну, если по правде, то нужна, конечно. Тварюги какие-то у нас в сарае завелись. Мы их внутри заперли, только ведь это ж ненадолго. И беда нам будет, как они высвободятся. Мы не богатеи какие, но если вы эту гнусь перебьете, мы заплатим. Я попробую помочь. Мы вас впустим в сарай, а как все кончится, двери откроем. Быстрее, мастер-ведьмак, они ж выберутся! Все кончилось. Открывайте дверь. Они гули сбежались. Тела. На них-то гули сбежались. У вас что, кладбище в сарае? Нет. А и чего вы спрашиваете? Я нашел останки нескольких тел, на них трупоеды избежались. А,
Это бандиты были. Покуда они деньги с нас сдирали, мы еще терпели. А как они Ягусь в старай потащили, тут вы не выдержали. Ну, навил их. А как все кончилось, сами видите. В следующий раз, когда кого-нибудь убьете, тела закопайте глубоко. Эти тоже нужно отсюда вынести, иначе опять трупоеды сбегутся. Так и сделаем. Спасибо, сударь-ведьмак. Работа сделана? Так точно. Вот ваша плата. Спасибо за помощь. Будьте здоровы. Непрошенные гости. Недалеко от Новиграда Геральт набрел на деревню, жителям которой сильно досаждали гури. Отвратительные трупоеды угнездились в сарае и, о ужас, в любое мгновение могли напасть. Геральт согласился помочь крестьянам, разумеется, за соответствующую плату. Справиться с гулями не составило для ведьмака особых хлопот. Он истребил их всех до единого и получил обещанную награду. Шевелись, плотва. Иди, откуда пришел. Тебя ждет смерть. Честь и отчизна. Предание. Книга. Курятник, что ли, утеплять собрались? Мой дедушка привез когда-то из экспедиции книгу. Продал и купил дом. Чем болтать, лучше помогите искать. Приветствую. Ну что еще? Не обращайте на него внимания. Садитесь.
Милости просим. Поиски книги, как говорит наш ученый муж, облигаторны. Благодарю. С удовольствием присяду. Как вас зовут? Я Геральт из Ривии, ведьмак. Меня зовут Руфус. Вот этот ученый муж зовется Теофиль Мария Роско. А здесь... Простите. Манфред, я. Да-да. Геральт. Где-то я слышал это имя. Может, вы бываете на ярмарках? Не бываю. Вы перепутали с Герардом, артистом. Тот действительно выступает на ярмарках и на потеху толпе портит воздух в такт популярных мелодий. А наш гость — это не кто-нибудь, а сам Белый Волк. Тогда прошу прощения. А это не вы? Знаете, о смерти Фольтеста ходило столько сплетен. Нет, это не я. Угу. Мне пора. Благодарю за гостеприимство. Посидите с нами. Дорога не волк, в лес не убежит. Если он торопится, пускай едет. Счастливого пути, мастер-ведьмак. Знаю, что про вас говорят. Хочешь справедливости, найми ведьмака. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Такая знаменитость. Ух ты. Латва, не так быстро.